Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере 1 Холиплей, первый сервер, мы здесь Кирилл Путбуль. Итак, друзья, сегодня мы будем менять внешний вид моего Мерседеса Е63 МГ. Потому что, ну, я думаю, вам он уже надоел, хотя я на нем очень редко езжу, на этом Мерседесе, но думаю, внешний вид стоит поменять. Хотя он и так, в принципе, классно выглядит, я думаю, но нужно что-то поменять, пацаны. Да, наконец-то я изменю стиль хоть на какой-то своей машине, блин, потому что постоянно те же самые цвета, те же самые диски и так далее. Ну, сейчас что-то попробуем интересно придумать с Мерседесом. Сейчас, пацаны, пол второго ночи, если что. Так, извиняюсь, если я буду заговариваться, но сами понимаете, пол второго ночи, короче. Да, поэтому мы едем в, так сказать, СТО к Джонни. И будем там снять эту машину. Ну, сначала нам нужно заехать в банк, оплатить за дом, за бизнес и снять бабочки. Минуточку внимания, хочу посетить вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Так, итак, вот я доехал, короче, до банка. Давайте сейчас я сниму деньги. В принципе, мне там Евгений Мазинху, он ушел с проекта из-за того, что его деактивировали. Он мне вроде там кинул, так, этот банковский счет, так, помощь подписчиков, так, скорее всего, это вот этот. Вот, кстати, номер моего счета, пацаны, кто хочет там бабочку подкинуть, если что, кидайте на вот этот счет, в описании он тоже есть. Да, действительно, здесь есть деньги, 95 400. Давайте их снимем, я думаю. Так, снять. 95 400. Комиссия какая-то 9%. Да, сейчас бы снимать деньги, еще и комиссия. Ну, такое себе. Так, баланс бизнеса всего лишь 9000. Ну, ладно. Окей, так, оплатить дом на 2 дня. И оплатить бизнес на 2 дня. Так, и давайте снять. Давайте снимем еще 50 тысяч, я думаю. На всякий случай. Все, и погнали теперь менять внешний вид нашего Мерседеса. Так, вот я доехал до СТО Джонни, находится новый за ДПС, если что. Так, заезжаем. Так, давай чуть я отъеду. Давайте так вот, все. И давайте глушим, и давайте цвет. Цвет я хотел. Так, перекрасить. Вот такой цвет хотел, и ноль. Вот такой цвет мне очень нравится, поэтому я думаю, его и поставлю. Насчет дисков, не знаю, можно, в принципе, эти оставить, но сейчас посмотрим, если что-то еще подойдет интересно, то... Так, 50 тысяч перекрасить, хорошо. Так, диски, 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 диски. 50 тысяч так само диски стоят, так, Shadow. Но нет, это точно нет. Хотя, нет, не хочу такие диски ставить. Надо какие-то черные прикольные диски поставить. Мега. Кстати, вот эти диски неплохие такие. Эти мега неплохо так смотрятся есть. Вот, может, я их именно и поставлю. Ну, давайте еще посмотрим. Вот эти мега мне понравились, короче, диски. У меня еще свой пак на диски, так что не обращайте внимания. Вот эти тоже неплохие, но такое себе тоже. Так, тюн. Диски. Так, вот эти смотрели. Нет, эти точно нет. Сейчас бы с игры чуть не выйти, да. Так, диски. Вирус. А, на этим мы только что и смотрели. Так, тюн, вирус, классик. Блять, привычка что-то нажимать эту кнопку. Так, тюн, диски, классик, твист. Не, осна я точно не хочу сейчас ставить. Так, тюн, диски, твист, кутер. Тоже такие не хочу ставить. Так, диски, кутер, грув. А, у нас они стоят, эти грувы, я так понял, да?
Так, Groove Atomic. Ну, Хаммоны ставить тоже банальщина, в принципе. Хотя, блин, а ну, как Хаммоны смотрятся, что-то не посмотрел. Ну, блин, такое себе, на самом деле. Хотя... Тоже, в принципе, неплохо Хаммоны смотрятся, но, блин. Не знаю, как по мне, мне больше всего понравились вот эти сейчас диски. Мега мне понравились вот эти диски, короче. Давайте, думаю, их и поставим. Я думаю, неплохо так смотрится на этих дисках. Все, их ставим, короче. Ну, по капиталке, не знаю, сейчас. Car Pass 52. Но капиталку я не буду делать. 96 еще целостность, поэтому капиталку точно делать не надо. Не нужно. Так, заводимся. Ну, вроде бы эти диски такие нормальные. Поэтому их и оставим. Ну, выглядит он, конечно, прикольно теперь так. Такой более серьезный уже, такой красивый Мерседесик, я вам скажу. Внешний вид у него так серьезно поменялся. Такой более теперь строгий, я бы сказал. Ну, круто выглядит, на самом-то деле. Вообще очень круто. У меня свой пак диска, повторюсь, если что, поэтому... Ну, цвет мне этот очень нравится, такой прикольный. Это как у ZGA, точнее, как у GA 07 сервера. Тоже такой цвет. У него номера, конечно, именные Brabus, но... Ладно, неважно. Геттеры стоят. Ну, цвет этот мне нравится, серьезно. Такой прикольненький цвет. Да и Мерс валит нормально так. 170 километров. Пусть пока, наверное, Бэха будет отдыхать, я буду на Мерсе кататься. Привыкну его к новому внешнему виду. Поэтому, наверное, будем на Мерсе покататься в последнее время. Так, пишем фил. И 66 литров давайте зальем. Я думаю, это будет достаточно. Пишите в комментариях, как вам новый внешний вид моего Мерседеса. Было раньше лучше, либо сейчас стал он лучше. Напишите обязательно в комментариях, как лучше, как до этого было, либо как сейчас. На вот этих дисочках. Ну, я думаю, вид имеет, в принципе. Думаю, вид реально имеет. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright, little did I know I'd be crying.